Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. До 15 июля вас приглашают в парк аттракционов по улице Строительной в районе Грессовской горки. Мега-батуты, бассейн с водными шарами, карусели, спортивные батуты, сладкая вата, попкорн и многое другое. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – мебельный цех «Норд». Вы хотите создать неповторимый облик вашего дома или рабочего места? Мебельный цех «Норд» сделает это идеально, эксклюзивно, качественно. Для вас кухни, детские комнаты, гостиные, прихожие, спальни, компьютерные столы, мини-стенки, шкафы-купе и многое другое. Изготовление каменных столешниц любых размеров. Богатство выбора цветов и фурнитуры позволит воплотить в жизнь все ваши мечты. Выезд на замеры, 3D-дизайн-проект, доставка до подъезда. На любое изделие гарантия. Летнее снижение цен на 15%. Запись на замеры по телефону 4-55-20. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 12 июля, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой дождь. Ветер южный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет 8-10 градусов выше 0, а завтра днем 17-19 градусов тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и еженедельник. Наша газета выходит каждый четверг, и мы вместе уже с вами 20 лет. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До встречи. 13 июля в современной медицинской клинике травматолог-ортопед из Сыктывкара. Успейте записаться, если у вас боль в спине и суставах, сколиоз и плоскостопие, травма, готовитесь к операции или необходима внутрисуставная инъекция. Врач проводит приемы взрослых и детей с 3 лет, а также УЗИ суставов. Подробная информация по телефону 30350.